Очередной коррупционный скандал разразился в одной из крупнейших подконтрольных государству компаний. На этот раз с обысками пришли к президенту и к одному из акционеров Ростелекома. Как сообщает газета «Коммерсант», Александра Провоторова и Константина Малафеева подозревают в хищении 200 миллионов долларов, это примерно 6 миллиардов рублей, у банка ВТБ. В Следственном комитете эту информацию официально пока не подтвердили, но и не опровергли. По данным МВД, напрямую с Ростелекомом дело не связано. Все случилось, когда Провоторов и Малафеев работали в фонде «Marshall Capital». Они незаконно оформили кредит на покупку компании «Nutritec».